Евросоюзу было бы гораздо проще справиться с потоком беженцев, если бы в миграционной политике участвовали все страны ЕС, заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, отметив, что Великобритания, в частности, по-прежнему отказывается от этого. Ранее газета Guardian со ссылкой на немецкую и британскую статистику сообщила, что Великобритания за целый год получает меньше заявлений на предоставление статуса беженцев, чем Германия за один месяц. Мы должны продолжить убеждать другие страны не отворачиваться, а проявлять европейскую солидарность, сказал немецкий министр. Согласно данным статистической службы Европейского Союза, Евростат, на каждую заявку от граждан Сирии, поступившую в Великобритании, приходится 27 заявлений, поданных в Германию. По данным на конец июня, за предыдущие 12 месяцев Великобритания получила свыше 25 тысяч заявлений, в то время как Германия за тот же период получила 296 тысяч заявлений. Только в июле этого года ФРГ получила более 37 тысяч заявлений, что на 10 тысяч больше, чем получила Британия за целый год. По данным пограничного агентства ЕС Frontex, с начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч мигрантов. По мнению экспертов, ситуация с нелегальными мигрантами в странах ЕС является наихудшей со времен Второй мировой войны.